мультфильмы про машинки. Сказка про крана и трактора. Жили-были два лучших друга, подъемный кран и трактор. Целыми днями, с утра до вечера, и летом, и зимой, они работали на пыльной стройке, поднимая и опуская кирпичи и плиты. Особенно трудно им приходилось летом. Металл от жары раскалялся да так, что долгожданные капли дождя шипели и моментально испарялись. Но летний дождь бывает редко, а работа каждый будний день. Везет же людям. Думали друзья, отдыхают, купаются в выходные, могут пойти гулять, хоть в лес, хоть по любому городу. А мы просто стоим и ржавеем. Непорядок, сказал однажды в субботу кран. Мы тоже поедем на речку. Ну чем мы хуже людей? Всю неделю мы с тобой отработали на стройке. Мы тоже имеем право отдохнуть. Кран был старше и опытнее трактора, поэтому не стоило с ним спорить. Да и не хотелось. Поехали. Радостно согласился трактор. Кран и трактор покинули строительную площадку и выехали на трассу. Автомобили удивленно сигналили, а кран и трактор приветливо махали всем. И машины испуганно уступали им дорогу. Поэтому, миновав городские пробки, кран и трактор быстро добрались до карьера. На теплом песке негде было ступить, не то что проехать. Аккуратно объезжая многочисленные лежанки и подстилки, краны наконец-то приблизились к воде. Люди, кто в реке, а кто на берегу, замерли в ожидании, увидев металлических великанов. А кран и трактор весело и дружно въехали в прохладную воду. Чем глубже они погружались, тем выше поднимался уровень воды. Это безобразие! Кричали люди с наполовину затопленного бережка. В реке купающихся уже не оставалось, их смыло то ли водным потоком, то ли чувством страха. И куда только смотрят строители. Совсем кран и трактор от рук отбились. А строители тут ни при чем, обернулся кран. Мною управляет прораб. И сейчас он отдыхает. Плохо они вами управляют, ответил с бережка самый громкий голос. Мы будем жаловаться. Нужно уходить, грустно сказал кран своему другу. Искупаться среди отдыхающих горожан не удалось. Но и возвращаться на стройку друзья не желали. Они тихонько покатились по береговой линии прочь от многолюдного пляжа. Почему они прогнали нас? Недоумевал трактор. Это мы для них дома создаем. Мы о них заботимся. И еще говорят, что дома плохие. Откликнулся кран. Как мы отдыхаем, такие и дома.
Но мы только помогаем строить, продолжал рассуждать трактор. Может быть, плохие дома строят плохие люди. Кран и трактор остановились в тихом месте, поросшем ивой и кустарником. «Айда купаться!» Скомандовал кран и первым съехал в реку. Трактор не заставил себя долго ждать и последовал за приятелем. «Эй вы, железные звери!» Послышался недовольный крик из кустов. «Всю рыбу мне разогнали!» Пришлось крану и трактору снова выбраться на сушу. И как они не заметили рыболова в кустах. Рядом просвистела леска, и блестящая приманка для рыб плюхнулась в воду. Ворчливо заскрипела катушка спиннинга, подматывая к берегу пустой крючок. «Ну вот, разогнали!» Печально вздохнул рыболов. «Извините!» Смущенно сказал трактор. «Чего там?» Махнул рукой старенький рыболов, выходя из прибрежных зарослей, и кран с тракторчиком впервые увидели его. «С 5 утра сижу здесь и ничего не поймал. Видно, домой пора». Тут же из кустов выбежал рыжий пес и стал громко лаять, будто не соглашаясь с хозяином. «А рыжухе моей все бы гулять да играть», — добродушно произнес рыболов. Собака снова метнулась в заросли и вскоре принесла в зубах резиновый мячик. «Охотница». Старик ласково погладил питомицу по голове и бросил мячик на самую середину речки. Рыжуха быстро кинулась в воду и, ухватив пастью любимую игрушку, вернулась обратно. Виляя хвостом, она подошла к трактору и потянулась к нему мордой. «Мячик мне». Трактор растерялся и не знал, что делать. «У меня идея». Кран ловко подцепил мячик своим крюком и забросил, как наживку на удочке, в речную глубь. Теперь в недоумении были все, кроме крана. «А что, я никогда не удил рыбу?» Еще больше покраснел он. Старик-рыболов рассмеялся. «Тут и рыбы-то такой нет». И вдруг длинный нос крана накренился, и кран чуть не упал в реку. Трактор едва успел подцепить его. «Это называется, клюет», — важно произнес рыболов. Кран изо всех сил стал подтягивать крюк. «Знаете, даже бетонная плита легче сегодняшней добычи. А добыча живая и упирается. Но наш кран сильнее. Ура, какая большая рыба!» По-детски захлопал в ладоши старик. «А я думал, что это огромный кит», — признался трактор. «Это хорошо, что киты в реках не водятся, а то бы вы его сегодня поймали», — ухмыльнулся рыболов. 200 килограммов, не меньше.
С видом большого знатока произнес Кран. Вот вам подарок от нас. Рыба огромной и беспомощной тушей висела на крюке у крана и покачивала усами канатами. «Не надо мне такого подарка!» — отмахнулся старик. «Рыбалка — это спорт. Поймали, полюбовались, и рыбу нужно отпустить. Только мячик верните!» Рыжуха согласно тявкнула. Кран отпустил сома. Рыбина тут же ушла на глубину, благодарно шлепнув по воде хвостом и выплюнув резиновую приманку. Рыжуха, конечно, сразу спасла свой мячик. «А нам пора», — сообщил рыбак, разбирая спиннинг. «Рад был познакомиться с вами, ребятки». Рыжуха протяжно заскулила. Кран и трактор загрустили, им жаль было расставаться с добрым рыболовом. Заморосил летний дождик. Вдалеке послышались раскаты грома. Рыбак стал торопиться домой, стали прощаться. «Нам надо возвращаться на стройку», — хором выдали друзья. «Спасибо, ребята». То ли капли дождя, то ли слезы застыли на щеке у старика. «Приезжайте в следующие выходные, мы будем вас ждать. Обязательно». Пообещали Кран и трактор, и, довольные, поехали домой.